В мэрии принимают заявки на вырубку живых елей к Новому году. Заготовить дерево для праздника жители Нижнего Тагила могут с 17 по 28 декабря. Согласно постановлению правительства Свердловской области, один гражданин может срубить не более 3 деревьев. И не только ель, но и пихту, и сосну. В администрации города заявки принимаются у нас в отделе по адресу Мира, 53, кабинет 234. Прием заявок начинается 17 декабря. Договор заполняется на месте, потом в банк человек идет, оплачивает, все. Цена метрового дерева 28 рублей, цена 4-метрового дерева 114 рублей. Ну, для рубки у нас выделен участок, который уже второй год используется. Это между кладбищем Центральное и полигоном ТБО. Там человек приходит, сам выбирает понравившееся ему деревце, срубают, увозят домой. Напомним, контроль за заготовкой новогодних елей осуществляют сотрудники полиции. За незаконную рубку хвойных полагается штраф. Поэтому, отправляясь в лес за елочкой, не забудьте захватить договор. Адрес, где можно его оформить, вы видите на экране.